Леший, дух-хозяин леса в мифологии восточных славян. Власть в лесу принадлежит лешему. В его подчинении находятся все лесные жители. Чаще всего леший выглядит как обыкновенный человек, но иногда может выглядеть немного жутко. Голый мужчина пожилого возраста, полностью покрытый волосами, но без ресниц и бровей, с рогами и хвостом. Не самое приятное зрелище, согласитесь? А что, если я еще скажу, что он имеет синюю кровь и не отбрасывает тени? Он также может перевоплощаться в медведя, лошадь или быка. Леший умеет подстраиваться под окружение, с легкостью меняя свой рост. Почему же он у многих вызывал страх? Может, из-за своего своеобразного чувства юмора? Для него было забавным отнять у человека память, чтобы тот заблудился и не нашел свой дом. Или похитить у матери ее дитя. При этом он жутко смеялся и хлопал в ладоши. Но спастись от лешего несложно. Достаточно было вызвать у него смех, материться и надеть одежду наизнанку.